зачем? Ладно, я не против. Это, конечно, очень странно, но друзей не выбирают. А, ну я понял, наша дружба кончилась. Окей. А-а-а! Спасибо. Давай я к крюку сам подойду. Ты меня типа убьешь. За... Привет, братан, встречай гостей. Спасибо, братан. Самый ебаный способ убежать от убийцы — бегать по кругу, где он тебя видит. Я вообще все крюки нахер поломаю сейчас. Посмотрим, куда ты людей вешать будешь, если крюков не будет. Ищи, ищи. Крюков-то нет. О! Крюк! Че, крюков-то нету, да? Ладно, крюк. Неожиданно. А, не получилось. О! Я знаю, на какой крюк я сейчас слягу. Он, походу, один во всей больнице остался. Твою мать. Удачи тебе в том, чтобы найти крюк. Не, серьезно, как ты это делаешь? Я сломал 72 крюка. Как ты нашел еще? Неплохо. Да с ноги ты въебал! Просто по этим черепам и все. Это кто такой? Ты или встанешь, или будешь лечить себя сам. Ух ты, ёб, я понял, братан. Братан, я сообразил. Я думаю, чё ты не стоишь? А тут вон оно чё. Привет. Валим. Ладно, дальше сам. Топоры летят по прямой. Чё ты бегаешь-то по прямой? Я в ахере. Последний раз тебя спасаю. Упадешь на топор? Думай сам, бежим. Ты полностью соответствуешь своему имени, серьезно. Нам чинить? Как скажете. А, не надо чинить? Или нам чинить? Хватит, я понял, отошли. Опять работаем, все, не вопрос. Хватит, я понял, отошли. Мы сделаем все, нам лишь бы выжить, серьезно. Хватит, я понял, отошли. Танцы, шманцы, танцы, обниманцы. Валим. В смысле? С
смысле? Алло, это чё за... А чё за самонаводящиеся топоры, алло? А можно узнать, где ты их покупала, дрянь? Хереть, они как-то из-за угла херак и в череп. Охренеть. Сволочи металлические. Охренеть. Ёпа-мать. Прилетело. Хорош! Не в лесу живешь, люди ходят. Есть варианты, куда бежать? О, может сюда? Здесь она вам вообще не ожидает. Смотри. Братан, встречай гостей. Вот, да-да-да, беги за ним. Молодец. Молодец. Чудовищная кладовая, гнилое болото, мы здесь все вместе стоим. Куда нам идти, не знаю никто, но мне нужны крюки. Поломаю крюки, и все будет хорошо. Только бы найти чертовы крюки.